общий привет всем. Вот штучка пришла, мне пришла одна мысль попробовать с таким, как говорится, агрегатом. Ну и название уже ясно, что и как это будет. В общем, считается, что прицеливаться намного легче с таким устройством. Я решил попробовать. Я, например, еще, честно говоря, не определился. Вот тут некоторые товарищи стреляли, сказали, что вроде легче, намного легче и быстрее, потому что периферическое зрение свободно, все видишь, не надо закрывать там, не знаю, один глаз и не видеть ничего, кроме этой дырочки. В общем, вот такая вот штука. Это у нас коллиматорный прицел. Китайский. Китайская реплика. Довольно-таки неплохая. Хорошая. Написано на сайте, что это авиационный алюминий. Вот у нас включенный даже сейчас оператор изловчится. Увидеть эту штучку. Видно? Ага, вот она там светится. Такая здесь красненькая штучка. Вот, значит, ну что, все вот такие коллиматорные прицелы, вот именно такой формы, они стандартные, каждая фирма, которая выпускает прицелы и вообще для оружия всякие штуки, выпускает именно такую модель, их очень много и фирменных, там, я не знаю, Sightmark, например, есть. Здесь у нас никаких надписей нету, и плюс, как вы заметили, расцветочка тут как раз у нас подходит. Я когда-нибудь позже остановлюсь на такой расцветке. Это у нас Real 3 или биокамуфляж. Короче, по-разному эта фигня называется. Ну, комплект. Два ключика для настройки я сегодня пристрелял. Две батареечки, одна внутри, одна в комплекте. Коробочка такая, без надписей вообще. И инструкция. Вот, сейчас я попробую из него что-нибудь произвести. Значит, мы посмотрим. Насколько я, близорукий снайпер, могу стрелять. Стрелять буду почти наугад. Вот. Но с колена, потому что я говорил, что он 3 с чем-то весит, этот прекрасный, здоровый арбалет. Он весит 4200. Вот так вот. Значит, вторая стрела у меня тут. Жопу воткнется. Итак. Раз, два, три. Я еще второй раз буду стрелять. Подожди. Потому что первый раз я, по-моему, попал в эту штуку. Куда надо? Да? А то звук такой был. Так, сейчас я еще раз. Чтобы, как говорится, закрепить. Здесь у нас 15 метров. Так, я чуть-чуть левее возьму, чтобы в стрелу не попасть. Вот. Теперь пойдем посмотрим, что получилось от такой стрельбы. Звуки какие-то жестокие были. Ну да, в общем и целом, практически куда целился, я туда и попал. То есть на 20 метров я его пристрелял, но стрела все-таки вниз уходит более-менее. Надо будет, наверное, на 25 его пристрелять, типа среднего. В общем, вот такой вот коллиматорчик. Устройство симпатичное, не самое говёное качество, я бы сказал, несмотря на то, что это Китай, ноунейм. А, ну единственное, что я могу сказать, до чего я докопался, вот это и вот эта часть, они пластмассовые, и вот это вот чуть-чуть, это переключатель на прицеле. Ну, чтобы, ну ладно. Вот, он переключает режимы этого коллиматора. Да это все есть в ютубике. Видно? Вот, это переключатель. Вот переключатель чуть-чуть, как говорится, шатается. Люфт небольшой есть. Всем пока, тут уже звонят. Пока.